Как выбрать себе правильно мужчину? Скажу такие глупости, но они очень честные. Дело в том, что когда мужчине очень нравится женщина, то он в постели с ней не мега офигенный. Если женщина не нравится, то он в постели с ней будет хороший. Почему? Потому что когда женщина нравится визуальному мужчине, ему нравятся ручки, ножки, то это все возбуждает его до непреодолимых состояний. Ему достаточно прикоснуться к ней, чтобы испытать оргазм. Ну и обычно в постели такой мужчина, видя такую красивую женщину, он там быстренько оп-оп и все знает. А если женщина не нравится, если он с ней не собирается, то может быть секс нереальный, он может там сутками длиться. И женщине обычно это очень нравится. Он думает, как же он, почему женщина кричит в постели? Она хочет, чтобы весь мир знал, какая она красивая, как ее любит этот мужчина. А мужчина нет, он наоборот, тихонечко, чтобы потом убежать. Ну и получается, женщина обычно влюбляется в тех, кто с ними активнее спит. Совершает это, в этом ошибку. Наоборот, с кем не особо, кто больше любит. С кем, если мужчина с вами получил оргазм 5 раз за вечер, то он вас очень любит. Но быстро.